Сейчас я вам покажу, как Тишка играет. Дело в том, что если я войду, он перестанет играть. О боже, уже увидел меня. Он недавно съел молочко. Неужели он меня увидел? Господи, нигде спрятаться нельзя. Сейчас немножечко отойдем в сторону. Посмотрим, будет ли он играть. Так, пошел играть. Внимание. Во, как играет. Сегодня 13 июля, кстати. А с улицы мы его взяли 1 июля. О, боже мой, опять меня увидел. Мяу. Так. Ну, вообще, он очень шустро гоняет по балкону. Мы его недавно помыли 2-й раз. Ой, опять увидел меня. Господи. Не знаю, куда спрятаться. Скоро буду опять его кормить. Но мне бы хотелось вам показать, как он гоняет по балкону. Сейчас спрячемся снова. Так. Вот он нас не видит. Ждем. Так. Мышка пошла в ход. Опять меня увидел. Нет, все равно играет, но посматривает. Наверное, он меня не видит, а видит только мою руку. Я думаю, что на балконе мы его еще оставим. Дней на 10, это точно. А за это время мы попробуем вывести оставшихся блох и приберемся в квартире, все помоем, все вычистим. На балконе мы уже сделали генеральную уборку. Теперь нужно сделать в квартире, потому что если, не дай бог, вот эти вот блохи попали в квартиру, то они могут размножаться. Но будем надеяться, что этого не случилось, потому что Тишка у нас изолирован. Он живет на балконе. Хорошо, что на улице тепло. Вот, и ему здесь удобно. Балкон у нас крытый. Вот. Открытый балкон у нас. Вот. Поэтому Тишка никуда не вывалится. О, как играет. Все 33 удовольствия. И туннель с игрушками. И висячая игрушка с колокольчиками. И мышка на шарике.
куда-то завалился за стеллаж. Играет там с чем-то. Наверное, с мышкой. Мышка туда закатилась. Ну, точно. Мышка закатилась туда. Ну вот, все игрушки ему понравились. И мы рады, что ему понравились все игрушечки. О как, о как. Всеми лапами. И передними, и задними.